Всем привет, друзья! С вами как всегда Робзи, и добро пожаловать в Бравл Старс! И сегодня мы вместе с вами, а еще с мистером Спуком посмотрим самые прикольные и самые смешные моменты из ТикТока по Бравл Старс за последнее время. Поэтому что нужно правильно? Усаживаться поудобнее, ставить лайки, заваривать себе чаек. И еще, ребят, если бы вы хотели иметь на аккаунте 60 бравлеров, и все они были бы 11 силы, то нужно прямо сейчас за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Вы готовы? Раз, два, три. А теперь приятного вам просмотра. Пошли смотреть, Спук. Итак, бой сидит в кустах. Ворон Феникс, легендарный, что-то задумал. Нет, 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 не прыгай! Магия! Он просто исчез! Боже, Бо волшебник с этими минками! Так, Вольт и Эль Прима. Я так понимаю, они тянутся либо друзья. Вольт набивает себе ульты. Да ладно, он спас! Пожертвовал собой! Красиво, красиво. Так, подожди. Нани запускает Пипа. Пип летит. И сейчас там появится Шелли, да? 100% там появится... Пайпер? А зачем? А что она сделает? Просто с одной тыки 4 косаря. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Зажали со всех сторон. Давай, давай. А, ну 9 баночка. Нет, 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 нет. Обидно просто, смотри. А, минус 2. А как вышел? Подожди, он тоже сейчас, да, взорвется? Блин, было бы не... Было бы круто, взорвался. Воу. 2 гаджета. Смотри, они просто прыгают туда-сюда. То есть, они вообще ничего не могут сделать. А, им тоже урон не наносится. Смотри, просто вся команда прыгает туда-сюда, туда-сюда. Так. Он сейчас там? Как? Как это произошло? Так, Роза пошла. Роза пошла, молодец. Нет! Выбросил. Жестко, жестко. Вы, думаю, понимаете, что произошло. Так, Биби. Биби против Биби. Смотри, 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 смотри. Павло. Выиграл мяч. Мяч дизлайк чисто закинул. Просто держите, пацаны. Так, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Сколько там минок, Бо? А, и Ворон хочет туда прыгнуть? Мне кажется, там Бравл Старс сломался. Там можно было удалить Бравл Старс после такого взрыва. Так, ого! Что за банда? Банда дизлайкеров! Хотя, подожди. 10 место. Я думал, Эдгар их перебьет как-то. Так, посмотрите. Это мистер лучший... Пошел, смотри. Уу! Что это было? Он хотел динамайка, промазал и прийти... Хорош, хорош. Hey! Откуда взялся Леон? Так, смотрите. 800 IQ move, смотри. Идет, у него есть ульта. Забирает. Пошли в бой! Нифига себе, 22... А, он закрестил у него баночку, да? Ну ладно. Так, минус, минус. Так, на грибах, хилится. Кто победил? Грибочки. Грибочки. Коробка победила, серьезно. Коробка получает 10 кубков. Первый раз в жизни. Воу, а это красиво. А это красивенько. Хорошо, мне нравится. То есть построили, ребята, карту и запустили в шахматном порядке. Ну, все почти. Так, смотри, Нани снова запускает. Нам... Кого найдет? Кого найдет? Шелли, да? Троих? Я думал, там, там трое было бы. Троих сразу с одной тыки. Так, вот это опасно. У-у-у! Прощай, Тара. Прощай, 12-й баночный Шелли с ультой. Так, ну что, где сейчас банда Эдгар? Давай. У-у-у! Это было ж... А почему они друг друга перебили? Они же друг друга перемесили. Они, короче, начали драться с Эль Прима и просто заодно друг друга перевалили. Они его начали бить. Так. Идет. С гаджетом. Заряжен. На большую атаку. Сейчас три Шелли, да, с ультой? Так они друг друга, бедняга. Бедняга Фрэнки. Я тебя не завидую, серьезно. Так, посмотрим. Мортис полетел и... Бесконечная ульта Мортиса, ребята. Ну, тут она заканчивается, на самом деле. Она быстро закончилась. Так. Спас. Смотри, спасает. А. Ну да, такой себе спаситель, я тебе скажу. Так, полетели. Гонка Пипов, смотри.
Кто первый врежется? Кто первый врежется в стену? Смотри, пока никто не зафейлился. Да ладно, никто не... Один есть, второй, третий, четвертый, пятый. Я не успел даже посмотреть, кто из них выиграл. Кто из них выиграл? Смотри, летит, 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 летит и... На последний... Оу! Последняя секунда на последней тычке. Так, полетел. А так можно было, что ли? А так можно было? Офигеть, он через карту бежит с помощью своей ульты. Не надо так делать Шелли. У нее 16 банок. Ну, 17. 17 банок. Ну, давай, шпоньк. Давай, давай, взрывай. Там нечем уйти. Не показ... Я не могу это... Это ужасно. Так, ой-ой-ой-ой, минус, возвращай. Смотри, смотри, смотри. Вернется? Ой, вернулся. Да ладно, он сейчас не забьет. Я бы проорал, если бы он сейчас не забил. Так, смотрите, Бул. Бул против Динамайка, пошел. Оу, 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 спасся, смотри. А что теперь? Дизлайкер долбанный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Макс, беги, беги на ускорение, беги, здесь тебе не выжить, беги, не прошу, не останавливайся, там сразу гибель, там просто ГГ, изи, все, пожалуйста, выбежала, просто выбежала на последних вот крополях. О, музыкальный тикток, а сейчас таран-тан-тан-тадан, пу! Пу! А, Шелли убила, неплохо, так, смотри, два Мортиса, подожди, это его, нифига. А, ну их, короче, можно скосить, в принципе. Просто поместили. Много динамайков не значит, что против Мортиса они выстоят. Куда он полетел? Тиком в кустах опасно стоять, однако. А, добрый вечер, говорю. Добрый вечер, я Бул в кустиках. Так. Все смогут? А ну-ка, давай. Раз, два, три, четыре. А где 6, 7, 8 и 9? Я не понял. Ну, слушай, я бы, наверное, не успел вернуться. Так. Прощай. Капец, какая же Шелли сильная. Не знаю, когда ее пофиксят. Так, смотри, просто бомба. Кольт в раю? Просто Кольт начнется в раю. Что происходит? Он говорит, где я? Что я? Кто я? Беги! Беги, 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 беги. А, не беги, не беги, все, не беги. Не беги, не беги, не беги, не беги. Это самый страшный сон Динамайка. Ну да, естественно, его еще и добил Леон. Так, сейчас просветку, а там 12 Шелли. Жожо, да-да-да, Шельки такие. Ладно, я пошел, говорит. Передумала, говорит, оставаться. Так, кто в кустах? Тик, Динамайк. А, в кустах Тарес? Не, я такого еще не видел. Такого я еще 100% не видел. Так, смотри, минус 3 сделай, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорош! А сейчас... Это было обидно, это было обидно. Так, убирает, доставляет кусты, рисует карту. И что из этого будет? Хорош! Скарит страшно 30%. А, смотря кто в кустах, Шелли 100%. Я же говорил, Шелли 100%... А, 1000, ребят. Ну, Шелли в кустах вообще никому не советуется встречать. Ага. Зашел. А он сейчас будет справа, что ли? Magic. Как они это делают? Если это читы, я осуждаю. Я просто всего лишь смотрю видео. Разработчики, пожалуйста, меня не баньте. Я не знаю, как они это делают. Так, и ни одна бомбочка ее не коснется, потому что максимально большое расстояние не попадает тик. Так, а, задумал. Осуждаю данные мувы. Я просто смотрю видео, разработчики. Я не играю. Руки мои вот. Они держат спука. Они держат спука. Вот, это не я играю, если что. Так, тимится. Гаджет. А как он сдох? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бегите! Все просто! Минус 10 динамайков сразу! 10-баночный Мортис. Ну, мы такое дело одобряем, как говорится, да? Два Мортиса. Две Пайпер.
любовь. Ну, Мортиса у Пайпер, да? Так, спаслась. Ага, здесь кто лучше увернется? Хорошо. А почему 8? Он же спасся. Ну, здесь легко. Здесь вообще переживает. Прыжочек. Хорошо. Почему-то Эдгару лишние баллы написали. Нечестно. Так, пошел, 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 пошел. Нифига, там банда еще этих. А, там, короче, закончились кольты очень быстро. Жесть, вот это жесть. Банда на банду. Так, Гейл. На, закрыл бедолагу. Боже, что... А, он спасется? Нет, вот чуть-чуть не хватило, чуть-чуточку. Так, и что сейчас будет? Все подпрыгнут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И не зацепит? И не зацепило его? Слушайте, надо было очень точно ставить, чтобы не зацепило. Так, это какой-то старенький Бравл Старс, да? Черно-белый. Что произойдет? Мортисы. Он спас друга! Он пожертвовал собой! Закрыл своим телом, понимаете, мортисовским. Так, дизлайкеры. Ага. И что? Забрал? Уйдет? Да ладно, перепрыгни. А, бомба бежит. Они пытаются заземить его. 9, 8. Ну. Он выиграл? Дизлайкер выиграл, ребята. На, ой-ой-ой. Музыкалочка. А, все закончилось, ладно. Так, смотрим. Биби убегает от кучи разъяренных булов. Джин спасает. И сейчас говорит, на. Просто на съедение, говорит, на пищу. Покушайте его, я побежала. Так, а что Мортис застрял? Ой! Мортис, как мне тебя жаль, серьезно. Она сейчас его, смотри, сейчас его... Нормально забагал, да? Я понимаю, хорошо забагал, так. А где же настоящий? Миссия выполнена. Настоящего кактуса нашли. Рассекречен. Итак, перебежали. Красная здесь, синяя там. Да, красная здесь, Magic. Вы чё? Это что за магия вне Хогвартса? Я не понял. Друг друга фигачатся. Не, они кого-то одного закидывают, да? А, они друг друга. Урон, а попасть не могут. Автоатака рулит, ребята. Просто не могут попасть друг друга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, максимальное ускорение, 900 километров в час. А, они же не в одной команде, да? Просто красивый мув. Согласен, было красиво. Так, битва медведя, у меня на канале есть 2 или 3, или даже 4 таких видео. Битва медведя, мы с вами устраивали. Какой медведь победит? Так, 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 и... Смотри, остается... Последний. А теперь этот медведь идет и убивает всех нит. Мы так делали. Сейчас смотри. А, профукал. Ой-о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 й. Закрысил. Хотел на баночки подставить, понимаешь? А Пенни не пошла. А Пенни умна. Так. Это что? Оу, кибермув, IQ 3000, видали? Он в момент полета нажал гаджет и увернулся от... Хорош. Ой, ну здесь, мне кажется, не вариант, да? Смотри, бьют. Да вы чё? Втроем на одного? Смотри, Эдгар пошел мстить. Мощь Эдгара во всей красе. Так, побежали. От кого они бегут? Так, смотрим. Карлуша, пошел. Давай, дрифт токийский, давай. Здесь музыка неподходящая. Здесь музыка из токийского дрифта должна была быть. Так, погнала, погнала. Возврат, Эдгар. Прыжок. Это гений монтажа, что ли? Ну да. А что то дальше? Там есть кого еще попрыгать? Все, пока, до свидания, ворон. А там еще... О, боже мой, его просто там изничтожили. Занял место бочки. Занял место кактуса. А почему не Мортис? Почему не Мортис занял место черепков? Хотя Пока подходит, в принципе. Так. Динамай. Мортис. Самая вечная вражда. Так. Бедолага Мортис. Просто булы выскочили. Друзья Динамайка. Так. Не может убить?
Не может убить? Что он делает? А, он тупо не выпустил со стана его? Нифига себе, она зарядила битву! А чё так С одной тыки миллион урона! Полетела через всю карту! Просто ракета! Почему Нани пострадала? Почему не Бул? Почему не Шелли? А, это сравнение... С какой игрой сравнение? Кто знает? Кто знает, с какой игрой сравнение сейчас идет Бравл Старса? Просто дефается. Просто дефает всех подряд. Так, это что? О-о-о! Они вообще не могут подойти. Просто каждый раз отталкиваются. Кто знает, с какой игры, напишите в комментариях. Друзья, на этом мы с вами заканчиваем серию. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И не забывайте писать комментарии. Всех люблю, всем удачи. Покедова.